Всем привет! Меня зовут Анастасия Карпова, я студентка педагогического института. А как все студенты, я давно искала подработку через интернет. И буквально месяц назад я все-таки нашла реальный метод заработка, по которому я работаю и получаю реальные деньги. К сожалению, мой путь к нему был не таким простым, потому что я попадала неоднократно на откровенные лохотроны, которые не только не помогли мне заработать деньги, но и умудрились как-то выманить у меня деньги. Вот, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами данным методом. И если он вам будет интересен, конечно, подключайтесь и начинайте зарабатывать. Все. Данный сервис работает на основе программы, которая называется IT-портал. Сервис предлагает нам 5000 рублей за использование от 5000 рублей за использование наших ID-номеров на любом устройстве, имеющем доступ в интернет. Что меня привлекло в этом, то что программа работает дистанционно, это действительно, то есть без нашего участия наше устройство, то есть компьютер, планшет, телефон зарабатывает без нашего участия. Вот, заработок абсолютно легальный, проверенный мною лично. И первые деньги вы получите сразу же. Вот. Для начала работы нам нужно авторизировать личный кабинет. После первой авторизации вам необходимо будет просто нажимать на вот эту ссылочку, на вот эту кнопочку, вводить те же данные, которые вы использовали при авторизации, и попадаете в личный кабинет, начинает работать. Вот. Хочу уточнить, что авторизация личного кабинета может происходить только с одного устройства. То есть, например, у меня сейчас есть три личных кабинета, с которых я захожу с компьютера, с планшета и с телефона. Сегодня я хочу показать вам весь путь мой, весь работы заново. С регистрации, то есть с авторизации личного кабинета, с нового моего ноутбука, которого я купила буквально на днях, за те деньги, которые я заработала уже на данном сервисе. Вот. После того, как я авторизируюсь с ноутбука, у меня уже будет 4 странички, и я смогу зарабатывать еще больше. Вот. Ну, я думаю, вы сами ознакомитесь с тем, кто придумал данный сервис. Немножечко расскажу, как он работает. Итак, для чего вообще нужны наши ID-адреса наших устройств данного сервиса. Так как наш ID-адрес находится в аренде у данных серверов, вы не думаете, что эта аренда будет какой-то постоянной, и вы в чем-то будете участвовать постоянно. Аренда осуществляется всего, например, вы зашли, авторизовали, запустили программу, и аренда осуществляется только 24 часа. Притом за эти 24 часа вы можете заниматься абсолютно своими делами. То есть, если вы зашли с телефона, вы можете звонить, писать смс. Если вы зашли с компьютера, вы можете выполнять любые действия с него. Даже если вы его выключаете, все равно аренда осуществляется. Все, это очень удобно. Вот. Значит, сервис нам будет платить за аренду. То есть, после подключения программы нам начислятся сразу деньги на баланс, которые мы сможем сразу же вывести. Аренда будет уже осуществляться целый день. Вот. Как я уже говорила, все это безопасно, легально. То есть, за это можете даже не переживать. Нам нужно авторизировать личный кабинет. Я авторизирую личный кабинет с ноутбука. Итак, я ввожу свои данные. И ввожу свой номер телефона где-то с семерочки. Плюс 7. Нажимаем кнопку «Подтвердить, что вы не робот, а реальный человек». И нажимаем кнопку «Авторизировать». Все, наш личный кабинет авторизировался, и мы можем, в принципе, приступить уже к работе. Единственный момент, хочу вам объяснить, что если авторизация прошла с ноутбука, ID-адрес сейчас подключится, потому что мы нажмем кнопку «Подключиться и запустить программу». И данный сервис автоматически запомнит наш ID-адрес и не пропустит никого под теми данными, которыми я захожу,
имя, фамилия и номер телефона с другого устройства. То есть, если вы захотите, да, вы, например, авторизировали личный кабинет и заходите в него с разных устройств. У вас просто программа не пропустит, не включится вот эта кнопочка «Подключиться и запустить программу». Так что будьте внимательны. Также здесь очень удобно размещен чат участников, в котором вы можете задать любой вопрос. Здесь есть и участники, и администратор, который вам обязательно поможет. Единственное, при размещении первого комментария, я ожидала добавления в чат где-то около 30 минут, у вас может быть больше, может меньше займет время. Это связано с тем, что первый комментарий проверяется модератором, что вы реальный участник, ваше подключение, а затем комментарии будут добавляться автоматически. Так что не пугайтесь, если не добавится сразу. Итак, нажимаем кнопку «Подключиться» и «Запустить программу». Итак, программа начала свое подключение. Все, сейчас подключение проходит очень быстро, буквально одна минута требуется для этого. А аренда, повторюсь, будет длиться на протяжении 24 после подключения. Все. Нам осталось только дождаться окончания подключения, чтобы все прошло успешно. Не произошло никакого сбоя. Но, в принципе, я работаю уже около месяца, не было ни одного сбоя. Программа подключалась достаточно успешно. Денежки начислялись быстро и выводились без проблем. Как вы видите, защита подключается к вашему устройству, безопасность. Также должна подключиться, да, вот она, конфиденциальность, сохранение ваших данных. Так, все выполнено успешно. На нашем балансе сейчас, заходя с ноутбука, я заработала 8780 рублей. Все, можем вывести средства. Так, выводим сумму. Выбираем способ вывода. Я ввожу на кошелек Яндекс.Деньги, потому что считаю, ну, как-то это более безопасным. Я переживаю на любых сайтах вообще вводить данные своих карт. Поэтому ввожу на электронные кошельки. Вы можете выводить, как вам удобно. Все, выводим. Так, да, при первом выводе денег наш перевод будет защищен специальным трек-кодом. Данный трек-код создан для того, чтобы ваши деньги на балансе личного кабинета были в безопасности, то есть чтобы смогли их вывести только вы, зайдя с вашего устройства. Все, трек-код предоставляется платно, его стоимость 480 рублей, но он действует на период всего сотрудничества с данным сервисом. Нам необходимо будет ввести данный трек-код в эту форму только один раз. После активации данного трек-кода все, ID-номер полностью закрепится за нашим личным кабинетом, денежки переведутся, и при последующих выводах нам не нужно будет проходить эту операцию, можно так сказать. Все, если у вас есть трек-код, вводите сюда, активируйте. Если нету, нажимаем кнопочку «Получить трек-код». Все, оплата за получение трек-кода, номер заказа, чтобы вы могли его отслеживать, и сумма 480 рублей. Выбирайте способ. Я оплачу с кошелька Яндекс кошелек со счета. Нам остается только его оплатить. Сейчас я не буду ваше время тратить, я остановлю съемку. После оплаты вернусь снова к вам. После того, как вы оплатите, вам на электронную почту, которую вы здесь указываете, вот она, придет специальное письмо, в котором будет находиться трек-код и ссылка для перехода, для его активации. Все, останавливаю съемку, вернусь к вам после оплаты. Итак, я снова с вами. Оплата прошла успешно. Вот он мой трек-код. Я его копирую. От вас я его скрою, потому что он индивидуальный и им могу пользоваться только я. И перехожу по ссылке, которая здесь предоставлена. Так, все, ввожу данный трек-код, данную форму. И нажимаю активировать.
Все, трек-код успешно активирован, деньги будут переведены на мой счет в течение суток. Давайте я также не буду тратить ваше время, остановлю съемочку и к вечеру зайду в свой электронный Яндекс.Кошелек и покажу вам, пришли ли мои денежки. Итак, я снова с вами, зашла в свой кошелек Яндекс.Деньги. На моем балансе сейчас 88 780 рублей. И вот оно, мое поступление. 8780 рублей, ID-портал, сервис. Все, в принципе, все, что вам хотела рассказать. Если вам понравился данный метод заработка, подключайтесь, не теряйте время, потому что места могут быть ограничены. Все, всем спасибо за внимание. Пока-пока.